Да-да-да-да-да-да, я знаю, о чем вы подумали, прочитав название, и что вы хотите мне сказать в лицо. Попизди мне тут! А вот нет, нихера. Вот пускай хоть кто-то попробует написать, что это кликбейт. Сразу перо под ребро. Блять. Начнем с истории. Все началось с большого взрыва. Так как я сам не в ладах с хронологическими событиями, буду рассказывать по своей отпитой памяти. В 98 году выходит первая часть Half-Life. А в 2004 году вторая часть Half-Life. Да, пипец, неожиданность. А потом, короче, спустя пару лет, где-то в 2006 или 2007 году выходит озвучка для второй части, а затем для первого эпизода, названная Half Life. А потом в 2011 году выходит сборка с моделями, текстурками, пердежом. Ах, черту. Год назад вышел ремейк с опасно низким уровнем трэша, но с повышенной планкой качества. Повторюсь из своего обзора, что озвучка осталась все той же из-за отсутствия, скажем так, актера дубляжа, который выполнен в разы лучше официальных русских озвучек. Лол. Шли месяца в группе «Перекати поле» до 2018 года. И нежданно-негаданно тизер, ёпта! Ну что, Жора, 10 лет в стазисе пронеслись как один миг. За такое время среднестатистический гражданин успевает устроиться на бесполезную работу, взять ипотеку на однушку у Выхина и жениться на Каркалыге. Ты был лишён этих обывательских радостей, Жора. И должен сказать спасибо. Тебе помогли сохранить себя. Ты не стал посредственностью, как они. Люди делают одно и то же ради смехотворных целей, а значит, матрица работает без сбоев. Нам же нужен прогресс. Так что просыпайся, Жора. Просыпайся и почувствуй дух времени. У некоторых появилась теория, что готовится ремейк ремейка ремастер до озвучки. Так, стоп. Но можно было смело откинуть эту идею, так как команда работала и работает над модом Argentum, который типа смод, но не смод. Вот. В августе вышел трейлер долгожданного второго абзаца, который является переделкой второго эпизода Half-Life 2. И если вы спросите, почему я не рассказал о нем поподробнее, так о нем инфы меньше, чем алгоритмы просмотров Ютуба. Оставляю вас с трейлером. А если вы являетесь фанатом Half-Life, поставьте Лукас. Давайте соберем косарь. Have fun. Ну что, проверил стоп-кран, дятел? Башню все-таки снесло. Реактор вскипел. Надо предупредить, что у нас заминка вышла. А это мы с Жорой. Только что с поезда. Эй, молодежь! Слушай, где вас считает, а? Почему не приехали? Катя, не нервничай. Гравицапа работает, все нормально. Мать честная! Как по мне, тут попахивает жидомасонским заговором. Однако на одном из стримов говорилось о том, что некая часть второго эпизода была озвучена еще 10 лет назад и не до конца, и что мы можем ждать лишь только демку. Поэтому я спросил их о возвращении инжектора и... Камбэк из зрил! Выпьем за это! Три полоски на...